другая программа. Другая часть полета восточный. Ага. Давай, сейчас сыграешь, потом Thank you.
сейчас немножко, чуть-чуть его подкорректировать. Губки стоят нормально, аппаратик нормальный, все вроде бы делает хорошо. Но подача? Это не то, что подача, а нету ощущения во рту объема. Объем, это как же у нас что-то там, это что-то такое делаем, он мешает. Сами, мы же даже не думаем об этом. Носовые складочки нуждаются. Высокие руки, естественно, чуть-чуть объем другой. А у нас получается, и стараемся быстрее играем на большом объеме полости. Эта концентрация внутри делаться должна безо всяких усилий, без напряжения, без мучительных изменений, так что это какой-то должен быть естественный процесс, естественный. Он немножечко старается просто таким широким глотным звуком, и все за счет этого объема там. Объем у нас происходит только в губах. Мы ищем объем только там, где вибрирует наша эта часть. Значит, что для этого, вот, например, сварка, хорошая сварка. Сюда я просто на картинке хочу посмотреть, чего. Вот как будто, да, как будто где-то у нас язык вот, цель мы какой-то делаем большой объем перед губами, как бы только было. А нам нужно наоборот концентрировать для чего? Для того, чтобы щелочка в губах маленькая, как тут. Естественно, когда мы делаем большой вот такой объем, вот происходит это. Он придавливает, вроде все и старается, губами делает, а вот тот объем не соответствует тому, что он делает в губах. То есть постараться вытащить звук, ощущение звука, вот впереди, вот как бы вот в этом кружочке. Вот все, что там дальше, нет там ничего. Так же, как перед голосовым связком, трахея идет, она сужается чуть-чуть перед голосовым связком. То есть создается уже какой-то необходимый и объем, и плотность выдоха. Мы все проходили этот закон Бернули в 8 классе в школе, когда в сужающемся пространстве скорость увеличивается, а давление падает. Вот нам нужна скорость выдоха с минимальными напряжениями. То есть давление меньше, а скорость будет больше. Вот у него чуть-чуть этого не хватает. Понятно, да? Это просто мысль. И вот, допустим, клапан. Можно взять, ну, начать можно даже с простых, как у него хроматические первые. Предположим, сыграй на нотке фа сначала. Едемся. Ну, сыграй все одно и то же. От фа до себя хроматизм. Сейчас найдем.
не давить, постарайся к верхней ноте прийти и не потерять свой выдох. То есть не потерять звук. Ты при переходе с ноту на ноту, как будто дыхание проваливается. Та-а-а-а, и как-то уже какие-то ноты теряются. Все время дыхание. Маленькое крещендо, вы говорите, что нюанс тихий, вот нам надо стих у нас начать. Крещендо небольшое к верхней ноте, чтобы звуки соединялись без паузы. Попробуй. И добра, видишь, на верхней нотке говорит, широкая. Выдыхаем. Эти звуки должны быть в выдохе. Ты не губами играешь, а дыханием. Дыханием. Все время наполняешь губ. Ну, на штучке еще раз сыграем. Не мочь, нажми.
далее. У нас первым нажал 7, 8, 9, а то и 13 ног можно на первом плане только взять. А все меняет губы и дыхание уже. Поэтому это второй план, а вот то, что ты сейчас делал, это должно утекнуть внимание. Попробуй. Так, хорошо. Пропой. Пропой. 5 минут.
не должно.